А как приятно пользоваться хорошими инструментами. Послушайте, разве это не волшебство? Разве это не сказка? Вот такая штучка, вот такая вот штучка маленькая, позволяет делать такие чудеса. В кармане лежит, и можно снимать все, что угодно, тайно, открыто. Послушайте меня, если у вас еще нет такого инструмента от Стива Джобса, я очень рекомендую. Вы будете чувствовать себя просто превосходно, имея такой инструмент. Это не какая-то видеокамера архаичная. У меня есть камера малюсенькая, но это совсем не то. И здесь, вы представляете, здесь какие-то особые технологии, которые позволяют массу материала наснимать, сжать и очень быстро закачать на YouTube, разместить у себя на видеоблоге и хранить столько, сколько угодно. Потрясающая штука. Потрясающая. Вот она. Смотрите, как просто, как легко.